Студия позитивного мышления Татьяны Салмановны, Мактум Сайфуддин, это я. Сегодня у нас 2 января 2021 года, 22 часа и 45 минут. В общем, жарю себе блинчики в моей квартире. Сейчас буду на моей кухне. Ах, это у меня не кухня, это у меня гранд-ресторан. Ну да. И кухня, и гранд-ресторан, и готовлю я здесь. В общем, с черной икрой. Блинчики с черной икрой. Сейчас буду кушать с кофе. Еще киви надо будет сейчас помыть. Вот такие вот дела. Сейчас буду кушать. Читаю мою книгу. Книгу читает автор Александрова Татьяна Юрьевна. Мое новое имя, отчество, фамилия Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот я автор книги. На чем мы остановились? Ну, немножко так это, в общем, захватываем еще эти, как говорится, абзацы до. Так что вот. Как же достичь такого прекрасного состояния, состояния процветания? А начать необходимо с осознания того, что сила и энергия, чтобы стать богатым и процветающим, находится внутри каждого из нас. И этот источник имеет духовную основу. Великая сила предоставила нам средства, слова, мысли и воображение для достижения всего, что нам необходимо. Нам предоставлена полная свобода, мы сами творцы своей жизни и своего мира. Каждый человек рожден, чтобы быть счастливым и процветающим. И вы в том числе. Наше благосостояние, счастье и наличие денег в нашем кошельке напрямую связано с теми мыслями и чувствами, которые присутствуют у нас, а также с образом нашего мышления. Что мы думаем, что чувствуем, во что верим, такова и наша жизнь. Наши мысли и слова материальны. Это 11-я страница. 11-я страница моей книги. Так что вот, сейчас я разбавлю, кофе немножко горячий. Вот, может быть, его немножко посластить надо. В общем, блинчик. Блинчик жарится. Кушаю, разговаривала с Василием Валерьяновичем. Очень удивительно, это видео очень долго у меня загружалось. Очень долго оно у меня загружалось на мой канал, так скажем, канал Ютуба. Очень удивительно, такие восьмиминутные видео, а загружалось очень как-то вот это вот. Вы знаете, конечно, книжку я писала с 2003 по 2007 год, опубликовала ее здесь, в Санкт-Петербурге, в 2007 году. За это время уже прошло 13 лет, вы понимаете, да? 13 лет – это очень достаточно много времени, 13 лет. Вот. И, конечно, сейчас вот читаю. Мы, знаете, потом поднимем все документы, вот жду Михаила Маратовича Фридмана, поднимем все документы, что вот соседи на площадке обо мне там писали, написали. Ну, в общем, на самом деле.
заявление в полицию и так далее. Вот приезжал Мирзаев Михаил Борисович 2 раза. Вызывал бригаду из Скворцова-Степанова. 4 месяца и 10 дней была в больнице Скворцова-Степанова в Кащенко. Так что вот, я думаю, что, знаете, такая судебная речь на основе вообще моей книги, на основе вообще вот этого такого позитива хорошего и таких вот этих слов. Вот, и, в общем, хотелось бы, знаете, вот посмотреть то, что они там вот это понаписали и так далее. И тогда я вам отвечу более конкретно. Вы, наверное, можете, наверное, представить немножко, да? Просто мы углубляться не будем, у меня студия позитивного мышления, я читаю мою книгу. Просто там, где я вот оформляла документы на пол моей квартиры, на пол моего дома, на Железнодорожной 20, Санкт-Петербург, Белоостров, Остапенко, нотариус, она мне сказала: вы читали, что ваши родственники про вас написали? Мы сдали уже это в архив, и вы видели, что они понаписали? Я сказала, что нет. Я не читала. Ну, такие вот дела. Просто когда я писала эту книгу, я не думала, что бывают церковные бандиты. Что церковь нужна... В общем, ну, кто-то мне сказал, я интернетила, что кто-то мне сказал, что бывают церковные бандиты. В смысле, охраняют. Наверное, ценности или еще что-то такое. Земли, наверное. Хотя я могу ошибаться. Может быть, там кто наврал в интернете чего-то.